Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты. В эфире телекомпании «Город» программа «Подробности», а в нашей студии очень необычный гость. Трио «Палмундо» находится в авангарде движения «Кроссовер» и исполняет сложную многоплановую музыку, отмеченную импровизационным разнообразием и виртуозностью всех ее участников. Это целый микс стилевых особенностей африканской, кубинской, бразильской, народной и европейской академической музыки. 3 февраля насладиться необычными интонациями и тембрами смогут и рязанцы. Концерт состоится в джаз-кафе «Фонтан», а в кресле гостя сам Юэль Гонсалес. Как вас встречает Рязань? Расскажите, сколько времени вы уже у нас и что первое вы видели, чем впечатлились? Встретили очень здорово. Встретили как раз гвардия перкуссионная, барабанная, которая болеет и дышит. То есть вы как люди. Дома? Да, можно так и сказать. Но дом для музыканта – это везде. Какую программу вы привезли? Значит, завтра будет джаз-клуб «Фонтан». Будет трио «Палмундо». Программа называется «Музыка истории». Потому что как бы, в этом проекте ничего случайного нету. Для России вы очень необычный музыкант. У вас необычный стиль. Откуда это все пошло? Расскажите немножечко о своей биографии, раз это так тесно связано. Скорее всего, есть как раз вещи, которые не хватает. Культура, сама музыка российская. И это моя миссия, скажем так. Поэтому, наверное, я и живу в России уже 22 года. Поэтому и в общем... Расскажите о своем инструменте, и я вас попрошу обязательно что-нибудь сыграть. Этот инструмент является афро-перуанским. Вырос в районе, ну, где порт, обычно торговля. Это был обычный ящик, где сидели рабы. И они стучали. Почему стучали? Потому что они не имели права общаться между собой. У них был свой язык. На этих ящиках были фрукты, было вино. Ну, торговля, в общем. И они стучали. Давайте сыграем. Договорились. Кого завтра вы ожидаете увидеть на концерте? Какой контингент? Каких ровесников может быть? Неважно, у нас нет границ. Скажите, ведь у вас огромное количество самых разных проектов. Вы что-то продюсируете, вы где-то делаете концерты, да? Вы много чего делаете. Вот музыки, какая часть из этого остается? Музыка играется та, которая у тебя рождается в жизни. Не просто как бы взяли и написали. Для этого существует школа классической музыки. Есть композитор, нарисовал картину, и музыка играет. Причем только так, и никак не по-другому. Он повторяет. А моя идея, я думаю, что основная идея многих музыкантов, это просто игра в музыку, которая имеет отношение к истории твоей жизни. Вот. И для этого и действительно и существует три проекта. Основных это секстет Филоритмика, это мой секстет, дуэт Интемпоралис и трио Палмундо, как раз который завтра будет. И помимо этого я еще пишу книги. Давайте мы покажем и расскажем, о чем она. Это вот написано: ритмическая методика для барабанщиков и перкуссионистов. На самом деле я ограничил немножечко, можно было как бы написать энциклопедию. На самом деле это энциклопедия. Она на трех языках.
здесь много всего, начиная от фундаментальных. И, конечно, много ритмов на разных инструментах, разных народов. Показываю, рассказываю людям о том, что для того, что зайти к определенному пространству, которое называется воображение, нужно взять ключ определенный и открыть это пространство. Да? Ну, я поняла, что вы как учитель строгий достаточно. Я идеалист. Я люблю свое дело. Я даю возможность людям самим как бы зайти внутри себя. Как бы опять даешь ключ, подсказываешь, толкаешь. Толкаешь к тому, что надо стремиться, нужное желание. Помимо еще как бы учитель, самый лучший учитель – это сам человек. Вот, поэтому я всего лишь, можно быть, сказать, я проводник. А какой город, в котором вы бывали, вас больше всего удивил? И почему? Боюсь, что ответ не будет неправильный именно поэтому, потому что в каждом городе есть люди. Они все разные. Разные эмоции, разные. Даже самый-самый маленький город далеко, где все думают, ты что, был там, допустим, в Норильске или где-то, а там такие вещи для себя я открывал. Поэтому не все то, что блестит, это золото, понимаете? Но так мои классные воспоминания, скорее всего, связаны с своей музыкальной жизнью, это было, я был в Перу. Вот. Это был город Пьюра, север, именно где родился этот инструмент. Давайте поставим музыкальную точку в нашей беседе. Сыграть еще что-нибудь, может быть, немножечко в другом темпе. Знаете, как говорят, сыграйте что-нибудь, побыстрее. О чем говорит? О том, что человек нет внутренний ритм. Он живет не в ритме. Видимо, пока уровень алкоголя не дошло, да, или, может быть, наоборот, дошло, и нужно что-то, что по мозгам человек, да, поэтому... Мне нравится, что вы это так... со мной ассоциируете, да. Не, просто это жизнь, это опыт, и каждый раз вот просто фраза, она прозвучала именно как в жизни, как это было. То ли, сыграйте что-нибудь побыстрее, но повеселее. Что такое веселее? Но заметьте, я не просила веселее, я попросила что-нибудь в другом темпе. Вы улыбаетесь, что-то как-то повеселее или все-таки? Как скажете, как душа лежит? О, это самое главное. Спасибо большое за эти чудесные 10 минут. Не пропустите концерт группы «Палмундо» уже завтра в 20:00 в джаз-кафе «Фонтан».